Всем привет, ребят! В общем, мы все заболели. У меня температура уже прошла. 3 дня у меня была температура. Вот, озноб небольшой. Ну, ничего. Сейчас у меня вчера затемпературила младшая. Старшие девчонки вроде ничего, крепятся. Ездили мы в поликлинику, получается. Ездили мы в поликлинику во вторник, да. Съездили в поликлинику и нас оставили еще на неделю на больничном. Вот. Потому что все равно симптомы присутствуют. У старших температуры не было, но и горло красное. И, в общем, оставили нас еще на неделю. Теперь мне на прием в понедельник с девчонками. Вот. Ну, что, пока мы эту неделю сидели дома, мы все скушали. Все скушали. Подъели все запасы. Поэтому сегодня я поеду в магазин, поеду в Магнит, поеду в Светофор, поеду в аптеку, потому что лекарства тоже все заканчиваются, чтобы на всякий случай было, мало ли что. Вот. Будет большая закупка. Вообще планировала поехать в Ленту, но я пару дней назад проткнула ногу. Проткнула ногу очень сильно. Нога 2 дня была такая прям припухшая. Ходить было очень, я скажу, больно. Потому что прям, ну, проткнула прям. Вот. Так что я боюсь на большие расстояния куда-то. Лента у нас далековато находится. Это 1,5 часа езды. Поэтому боюсь я это ехать. Я думаю, потом нога еще больше разбарабанит, не дай бог. Вот, поэтому поедем мы в Магнит, поедем в Светофор. Закупимся. Вот, оставайтесь с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Смотри даже туда, это кушать нельзя. Вот что, Женя, да? 53. Вот эти вот по 33, да, даже? А я вот их и брала. И вот этот чизбургер брала. Нравится ребенку? Пока идет. Меньше было сала, да? На какую цену? 189, по-моему. И большие, да? Как ты думаешь, это на сколько килограмм будет? Не знаю, килограмм на треть, может быть. 10? Не знаю. Я не понимаю в этом. Ну, хороший кусочек, да? Ну, да. Ты что, обалдела, 10? Это что, 2000? Какие 10? Я сказала, килограмма 3-4. 6, наверное, там. Слушай, ну нам же на фарш надо, да? Ну, подружка, я попробую. Ой, этот еще больше в 2 раза. Нет, бери этот. Да. Все равно надо. Еще косточка на суп останется. Да там не одна останется. Ну, нормально. Буклишка. Это не про нашу честь, дорогая. Мечта алкоголика. Да. Вот, пускай алкоголик не покупает. Корзинки всякие. Классные. Тазики вот. Тазики, кибешечки. Опять холодец и хрен. Да что же он постоянно нам попадается? Солями вкусно бери. Да, я тоже думаю. Избегать мест массового скопления. Использовать средства защиты.
Яйца, кстати, я больше тоже здесь покупать не буду. Почему? Потому что. Расскажите о ваших ощущениях. Потому что они очень мелкие. Возьми два, значит. Что два? Да мне 5 надо, чтобы наесться. Ну, ты же хотела себе этих перепелов. Что хотела? Перепелок. Перепелок, да. Но как ты планируешь есть мелкие яйца? Их вообще надо 7 штук. Так, пакетики у нас есть, Аня? У меня есть, я купила нынче. А у меня? А у тебя я не знаю. А у меня тоже есть, и у меня тоже есть. Пошли дальше. Все у тебя есть, Ленка, чего мы сюда пришли? Кончилось. Алешенька купил перед отъездом. Туалетной бумаги тут, конечно, как всегда, нету, да? Да. Я не знаю, это какой-то прям дефицит на бумагу, веришь, нет? Пользуйся. Полотенце. Может, сейчас с полотенцами модно это? Нет, как ты думаешь? Не знаю. Салфетки есть у тебя еще? Салфетки наши есть, любимые. А вот влажных сухие. Нету. Влажные надо? Как ты думаешь? Я думаю, что они нужны. Вот тебе вот такие, да? Они же все одинаковые, 200 штук. Нет, вот те по 49. А тут 108 штук. А нам надо 200. Ну, возьми эти с закрывашкой хоть. Эти с закрывашкой. А те тоже с закрывашкой, видишь? Да. На их 180, а нам 200 надо. Мыльные у меня есть все. Но они зато на 7 рублей дешевле. Это такая экономистка. Ой, мне надо АОС. АОС? Да. Бимакс. Вот это очень даже ничего. Мне тоже нравится. Я же тебе говорила. Но у меня еще не кончился. Что оно очень даже ничего. Зашла какая-то даже колбасой загнула. Ну все как обычно, Лена. Между прочим. Не накладай, так ты оператор, да? Какая у тебя камера хорошая? Все. Что? Камера хорошая. Ну. Все твои изъяны видно. Сдалека, ну, блядь. Ты настоящая подруга. Прям настоящая. Давай луку-морковочки посмотрим. Давай. Ну что-то я тут не вижу ни лука, ни морковку. А морковочку вижу. Ленка, Ленка. Ой, морковка. Ну ты посмотри, какая она мощная. Капусту ты не видишь, да? Есть только вот такая. Да. Ой, ну лук вообще плохой, слушай. А вот, может, сетку возьмешь? Да нафиг она нужна? 35,59 за килограмм. А сколько в сетке? Ну, он такой неплохой, видишь там? Угу. Ну, а в сетке сколько тут? На килограмма? 3, ну, наверное. Он получше, да, по крайней, да, мере, давай, чем давай, вот давай, это. Давай, да. Что, хочешь свеклу? Ну, мы иногда борщ едим, прикинь. Вот свекла есть на разновес по 43 рубля. Она на ощупь какая? Попробуй. Ага. Она. Она нормальная. Слушай. Вот это хорошая. Вот, да, вот это. Парочку, я люблю вот такую, которая вот помягче немножко. Давай вот эту. И, наверное, вот и эту. И вот эту хватит, да. И картошки, да? Картошки хорошие. Они мелкие же. Нормальные яйца, посмотри. Главное, чтобы не такие, как светофория. Нет, не все такое. Смотри, а там какой-то другой кетчуп. Да, это шашлычная, я какой взяла? Просто томатный, да? Краснодарский. Ну, я думаю, что ей просто томатный пойдет. Мы его вообще кетчуп не едим. Зачем берешь? Он цвета кушает. Знаешь, что надо? Сахар. Сахар дальше, вон он. Сахар. Давай мне корзину. Ну, просто с корзины удобнее, да, снимать. Блин, я вот такую вот себе всегда. Там у нас в Сибири брала штуку. Баночки прям. Ленка, меня не будет ругать, что я это что? Снимаю.
я не знаю, но зубгайд отключился. Сухари парнировочные прилили. Что нам еще надо? Муки нужно взять, мы же на машине. Да. Какая наша мука? Вот смотри, по 56 рублей. 56, это вообще огонь. По 56 рублей. Прикинь, 2 килограмма муки по 56 рублей. Это ж такого сейчас не бывает, да? Да. Мяско мы купили в светофоре по 189 рублей. Тут 6 килограмм. Ну, его весь на фарш, все мясо уйдет у нас. Косточку я срежу, остальное все на фарш. Вот, потом, чего? Яблочек купили у нас рядом со светофором. Есть магазин небольшой. Туда зашли, яблочек купили. Яблочки по 60 рублей. Потом, что у нас тут еще? Пару коробочек сока ребятишкам. Потом, это Жене сыр, вы такой не кушаете. Капусточка. Да. Да. Потом, что у нас еще тут? Приправка. Ну-ка, показывай, Светулечка. Приправа вот такая вот, да. Конфеты. Конфеты обязательно. Конфеты. Как без конфет-то нам, да? А, чокопай. Да, печеньки вот такие вот. Кукурузные палочки. Тоже не по 46 рублей. Лимончика 2, да. Чай с лимончиком пить будем. Чеснок. Чеснок обязательно. Это укропчик. Весь укропчик мы изрежем и в морозилку, потому что так он у нас спортится. Ну и все, там лапшичка, да это, да, макарошки в супчик. Вот. Майонез большой. Майонез. Очень большой, мама. Да. И салфетки влажные. Вот такие. Вот это пока часть закупочки нашей. Что у нас тут, Светочка? Показывай. Мука. Мука. Туалетная бумага. Туалетная бумага. Кофе. Кофе. Что мы еще купили? Две пачки молока. Ага. Макароны, да, масло. Это какие-то сырные, да, палочки, мы до этого их не брали, надо попробовать, что это такое. Соль. Сахара две пачки. Ну, вот, ага. Кетчуп тебе я взяла, потому что у нас никто, кроме тебя, кетчуп не кушает. Бананчики. Масло. Дополнение к яблочкам. Масло. Масло сливочное. Лекарства. Лекарства тоже целые тут много, да. Это что такое, мам? Это свекла и морковка. Свекла, морковь. Да. Яиц. Салфетки. Салфетки, яиц. И колбаски. Две штуки таких, один плюс один взяли. Одну я уже в холодильник засунула. И что конфеты. Еще там? А, еще конфетки, да, еще одни. Ну вот. Такая у нас сегодня закупка получилась. А лук, сетку я убрала. Картошку убрала. Ну вот, как-то так.